Очередная персональная выставка Виктора Минкина включает 51 живописное произведение и представляет собой ретроспекцию периода с 1991 по 2016 годы. Созданные за четверть века полотна позволяют проследить, как менялся творческий почерк художника и понять, что в главном автор остается верен однажды выбранному пути. Самый мой любимый живописец вообще с давних пор. Его какой-то вот индивидуальный отбор, какой он проделывает всегда на природе, с натурой в его произведениях, он уникален не только для рязанских художников, но и для всей России. Минкин, он узнается на фоне огромных, самых больших всероссийских выставок. Основная часть представленных работ – пейзажи. Верность деревенской теме проходит через всю творческую жизнь мастера. А одним из распространенных мотивов остаются виды села Унгор Рязанской области, где прошло детство художника. При минимализме деталей пространство полотен завораживает своей глубиной. На мой взгляд, вот этот почерк художника пока не удается повторить никому. Наверное, поэтому мы уже можем при его жизни говорить о том, что он выдающийся художник и классик современности. Созерцательность – отличительная черта и натюрмортов Виктора Минкина. Время в них будто не существует. Таково мироощущение художника, его творческие размышления на тему бытия, открывающие богатство мира и в зрительных впечатлениях, и в переживаемых эмоциях. Жанр портрета тоже можно увидеть в творчестве художника. И здесь Минкин не изменяет себе. Ему интересен не типаж, но неповторимый характер. Это 8-я персональная выставка Виктора Минкина. Первая его выставка персональная состоялась благодаря усилиям сотрудников музея в 1993 году к 45-летию. Нам удалось уговорить художника сделать большую персональную выставку в залах музея. Она была на двух этажах. Практически все выставочные помещения были заняты его работами. И тогда вот рязанский зритель впервые увидел многогранное творчество этого мастера. До 9 января в обновленном выставочном пространстве зрители могут увидеть творчество художника в таком объеме впервые. И хотя открытие прошло без присутствия автора, остается надежда, что самого Виктора Минкина тоже можно будет увидеть здесь, на выставке, в окружении его работ. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».